Как писателю в России заработать денег? Вот тебе что-то, у тебя что-то удалось, я так понимаю. Я пропил все заработанное на литературе еще в 2008 году. Так, и с тех пор? С тех пор я, по-моему, ни копейки не заработал литературой. Ах, вот оно что. Нет, ни копейки. Мне много заплатили. Да, я дорогой автор. Но, тем не менее, я пропил все уже давным-давно. Все мои дорогие ютуберы и ЕГЭшники, хочу вам рассказать, вот это интервью хочу вам показать, которое, в принципе, является историей становления русской сетевой литературы в конце 90-х, начале 2000-х годов. Она действительно повлияла на язык, на процесс, на все прочее, потому что не все бегали со стволами и отбирали друг у друга ваучеры. Некоторые воспользовались коротким промежутком, чтобы создать вечное. Вот как раз о двух таких людях мне хочется и рассказать. О Вианоре Меритукове и Гастор Батаре. Здрасте, 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 здрасте. Спасибо. Значит, садись, садись, ради бога. Значит, сегодняшняя наша с вами тема предполагает, конечно, скорее диалог, нежели монолог, потому что и автор такой диалогичный, более всего ориентированный на активное читательское соучастие, полемику и даже провокацию. Давным-давно вся Москва была уставлена билбордами со словами «Гастарбайтер» и его профилем. И все ходили, озираясь, думали, что случилось. Я не хочу ничего не сказать про роман «Гастарбайтер», известнейшего писателя Сергея Багирова. Говорят, он даже стал настольной книгой, типа подставки для известнейшего американского писателя украинского происхождения Чака Полонюка. Литераторы уверяют, что оказались замешаны в искусственно созданном скандале, который спровоцировал до вчерашнего дня неизвестный блогер Андрей Рывкин. Молодой человек оскорбил на своей страничке в соцсети Минаева и Багирова. В России ты сидишь себе в интернете, приходят какие-то люди, вытаскивают тебя из рукава и делают федеральную известность тебе. Да? То есть ты висишь на столбах, ни с того ни с сего. А тебе там что-то говорят, всякое мнение твое интересуются, спрашивают. Всякие журналисты все время звонят, пишут, крутят мозги. Там проблемы всяких анальных карликов, альбиносов, там всяких малахов. Именно в этих патологиях мы глубже всего подходим к проблеме борьбы добра со злом. И именно в этом падении мы достигаем истины. И не случайно, кстати говоря, лучшая сцена, написанная когда-либо Томасом Манном, диалог Ливеркюна с чертом. У меня, кроме он когда-то был одним из редакторов, я его выгнал за вообще никакую непригодность. Он, там, это было лет 7, в общем, может, он, да, То есть мы его знаем, поэтому мы не могли не среагировать на такое грубое оскорбление. Был момент, когда крышу сорвало, ну вот честно. Рвало, конечно, ее рвало перманентно, неоднократно, тысячу раз. А в чем проявлялось? Ой, я не знаю, только что на людей не бросался. Просто убрали сам. Мы нашли Сергея Багирова. Он сейчас живет в доме для престарелых. Хотя его все обманывают, что он живет в Советском Союзе. И как в фильме «Гудбай, Ленин». Его не хотят беспокоить. Ему говорят, что он живет в Советском Союзе. Советский Союз настолько увеличился, что его территория стала и США, поэтому он живет в одной из республик Советского Союза, называемой Калифорнийская Советская Социалистическая Республика. Это жесть какая-то чудовищная. Конечно, на мою личность это какое-то время, довольно долго, действовало абсолютно деструктивно. Я уж молчу там про все остальное. Вот. И как бы, ну, слава богу, у меня уже пятый десяток. Я уже обтерся, теперь могу себя хотя бы нормально чувствовать какой-то. Сергей Минаев и Гастор Батор, младший, написали два романа, повлиявшие на интеллектуальную Россию 21 века, как в свое время повлияли Анна Каренина и «Идиот». Во время очередных выборов царя государь призвал их в грановитую палату Древнего Кремля. «Мы посовещались», — сказал государь, — «и капсулу решили отправить на Альфу Кентавру. Пусть знают зеленые человечки, что и мы не лаптем шиты. В капсулу будет заложен радиоприемник Попова, таблица Менделеева, ракетка Курниковой, канонизированная утренняя мощь математика Перельмана и подарочные издания ваших романов в суперобложке. Чтобы не возникло давки с авторскими правами, сейчас же просите, чего вашей душеньке угодно». Подавляющее большинство части редакции сидит там с того дня. Все время, все эти почти 20 лет. И никогда, ни одного раза, ни один из них не попросил ничего для себя. Гастор Батор поклонился и сказал: «Не вели казнить, Надежа, государь, но вели дать нам силу великую над народом православным и иншим».
«Легко», — ответил надежный государь. Порывшись в комоде древнего кремлина, монарх извлек на свет пару сухих корочек. Только это были корочки особые. На ментовских корках порожняк пишут типа «ФСБ», «МВД», «ЕПРСТ», а на этих корках было всего одно слово. И это слово было с Богом. И на шестой части суши это слово было «Володин». «Поздравляю с неочередным дворянским званием, многоцелевой Володин!» Писатели преклонились на одно колено и восславили самодержца. Позже они приняли на грудь духовный щит, встали на защиту духовности в сети. Вот уже там 20 лет, сколько этих писателей. Я помню в декабре, расскажу забавную историю, в декабре 2004 года, ужасно далекого сейчас, притащился к нам какой-то поэтишка и начал чего-то писать стишки, там, публиковать. Ну, ничего, не бесталанный парень, мы начали его публиковать, конечно. И вот он, а у нас там форум был, помимо, собственно, сайта. И вот как-то раз он в него залез и чего-то там нахамил тогдашнему главреду. Он был недолго тот главред, но он, в общем, был. Тот, а я был замом, типа, главреда первым, и этот мне написал, я бы сейчас этого чувака выкинул нахер с сайта. Даром слова обладал романист и обскурант Вианор Меритуков. Хотя его первый роман «Харугви Мураками. Остановление православия и казачества в Японии» прошел незамеченным критикой, позже Меритуков глубоким пониманием души средних размеров россиянина навсегда изменил лицо современной литературы. В альтернативных кругах литературных меньшинств поговаривали, что учился своему страшному мастерству Вианор у самого Бера Элиевича Збарского. Так как в трудовые книжки ответ работников советских времен нельзя было просто записать, иудей, старший жрец гробницы фараона Бер Элиевич Збарский, откликался на позывной «биохимик», директор лаборатории при Мавзолее. Товарищ Бер Элиевич, как и любой уважающий себя русский интеллигент, писал большую литературу. Раскрывал тему сисек, дефекации и проявлений бытового патриотизма. Он мечтал воплотить свои чернокнижные знания в мегашедевр, который прогнул бы галактику и пустил время вспять. Но в силу обстоятельств Збарский слыл невыездным и писать о совсекретных материях права не имел. Стареющий Бер Ильич часто преклонялся у хрустального гроба в сердце зиккурата кремлевского некропля и молил космос об ученике. В ночь 31 декабря, когда Збарский вышел из мавзолея пробздеться и прослушать поздравительную речь государя на Красной площади, благо рукой было подать, он и наткнулся на Вианора Меритукова, замерзшего по бухе в сугробе на Большом Москворецком мосту. Нам известно только то, что Вианор был сыном кухарки из Макдональдса на Тверской. Я говорю, не надо, потому что, ну, ты видишь, небесталанный чувак. Короче, я его отбивал, наверное, неделю. Писал в Твиттере, то есть в публичном пространстве, что Минаев и Багиров, мы потребовали извинения от него. Он потом еще недели две, наверное, всячески глумился, что что-то за сатисфакцией люди не спешат подъезжать. А учитывая то, что он живет в Питере. Да, учитывая то, что он живет в Питере. Ну, вот он приехал в Москву, мы... Случайно встретили его и дали две пощечины. Огромное количество благодаря нам стало писателями, поэтому... Ну, потому что проблемы, которые он затрагивает, они довольно интернациональные, я думаю. Потому что патология близка любому человеку. Вот ты представляешь, да, это интересная мысль, что патология близка любому человеку, потому что норма во всем мире примерно более-менее, значит, так сказать, разная, да, итальянская норма, скажем, от их японской очень сильно отличается, а патологии более-менее похожи. Это забавно, да. Но мне кажется, что его как раз не называют самым европейским, его называют самым русским писателем. Ну, Быков любит такой, такие, вот такого рода эпитеты, потому что Быков вообще человек пустой. О, есть... во, так, значит, мы я хотел задать вопрос о Быкове. Вот так. Я хочу заявить впервые в эфире, так, что я Дмитрию Быкову морду разобью при встрече. По случаю не это надо встать в очередь большую уже, записаться к я очень легкий стою. Вот при встрече я расшибу ему морду просто. Это было бы хорошо, но боюсь, что все прозаичнее. Уже понимаешь, что... Мало того, что этот подлец, я в 6-м году брал интервью для своего собеседника, и тоже там меня по-всякому показал, так как я не показывал. В смысле, он да, от себя тебя добавлял в мою прямую речь. Последовательный славянофил в своих взглядах довольно путанных, но по-своему, в общем, складывающихся в какую-то, пусть кривоватую, но систему. Но невзирая на свои абсолютно славянофильские и достаточно реакционные воззрения, он абсолютно близок западной душе, в том числе, кстати, душе Куросавы, самого западного из японских режиссеров. Именно и Кутагаве он безумно близок самому западному из японских писателей. Дмитрий Львович получит по харе, прям сразу, как только его увижу. А шансы, к этому сами понимаете, они
Совершенно точно есть. Вот. Можно воспринимать это как заявление и бежать сразу в милицию. Потому что морду разобьют Дмитрий Львович. Хамло и скотина. Тот сраный графоман. Яйца выеденного. Он пишет абсолютно грамотно, кстати. Вот, я, да, чего? Мало ли, любой корректор пишет за $200 в месяц грамотно. И что-то не такие тексты. Нет, это графоман совершенно пустой, никакой. Вы знаете, отличие. Я пытался как-то читать Быкова. Стал, потому что он как бы бьет мужчин, а он не мужчина. Ну, да. 30 августа группой в доку у маринных лиц в подъезде собственного дома в Петрограде снасильничали госпожу Алену Валенгу. Несмотря на полученные известия о зверствах половых командиров, в Москве не были предприняты дополнительные меры безопасности. Нарком Киркоров должен был выступить на дискотеке перед рабочими анилинового завода Вексельберга. В короткой речи нарком призвал к оранжевой вакханалии. Вся власть в стране, комрады, переходит в руки самодержца Филиппа I Бедросова. Партия «Ядро» переименовывается в «Бедро». «Ядросы», соответственно, в «Бедросов». «Россия» в «Бедросию». Взвод кремлевской охраны в «Филипповых Киркоров». Слово «перепелка» теперь произносится «пыт-пыдык», «пыт-пыдык». Слово «кинка» теперь произносится «ца-ца». Московский метрополитен будет именоваться «Метрон Стоянова». Алина Кабаева, стойкой раковой. В бедроссийских судах должны вывесить портреты Филиппа и Бедроса, выполненные в стиле Кирилла и Мавродия. Юдашкин и Валентино пусть презентуют новую линию однополого демисезонного белья «Валюшка». Дени Байсаров пусть выходит замуж за Егора Бероева и становится президентом Ичкерии. Рабочие Вексельберга аплодировали и кричали «Даешь!». Когда Киркоров уже садился на дельтаплан, к нему подошла слепая с жалобой на произвол тарифов ЖКХ и сделала 3 выстрела с близкого расстояния. Рабочие Вексельберга бросили за неизвестной в расцепную, однако она через некоторое время остановилась сама, плохо ориентируясь среди морально устаревшего оборудования мануфактуры. Бедросы установили, что неизвестная является монархисткой Индианой Гурцкой, до перестройки причастной к тротиловой революции РОС и покушению на участкового милиционера в Ашгабаде. «Филипп к стулу прилип», — пояснила Индиана. «Из-за того, что он, сука, пидор, инновация Твиттера в России откладывается на десятилетие». Из протокола баллистической экспертизы. Все 3 пули выполнены из столового серебра и имеют характерный крестообразный надрез, применяемый в ритуальной охоте на оборотня в погонах. Выстрелы производились не с одной, а сразу с 3 точек, и смертельным следует считать именно выстрелы неизвестных снайперов, а не слепой певички Индианы Гудской. По непроверенным данным, роковые выстрелы в Киркорова произвели скандально известные гвардейцы государевы Любомир Минтаев и Гастор Баатар. Ну, и, если мы вспомним Пушкина, да, там тоже было своих довольно много. А про Лермонтова, если вспомнить. Да, Пушкина и Лермонтова ни один из нас за стол бы с ними не сел. Да. И мы много можем привести примеров из истории, когда человеку просто считали, что его сразу надо бить в собаку. Моцарта хоронили, ни один человек не пришел. Да, это известно. Автор входит в славу, ссорится со своим издателем и открывателем, пишет огромный роман о своем тюремном опыте, полезно интересуется еврейским вопросом и выпускает серию идеологических романов. У меня было около 1000 рассказов уже опубликованных до этого. Ну, книга первая, вот, это был роман из моей биографии. Во-вторых, когда мне было 20 с половиной лет, у меня уже за плечами было 3 тюрьмы, 2 этапа, хреново туча там всяких этих зонов. Первое, то есть посадили здесь, поймали, когда арестовали. Матросская тишина, потом Пресня сразу после осуждения, потом этап. Это на пересылку, да? Да, московская пересылка. Потом этап до Челябинской области. Я сел в Челябинском централе там месяц. Потом меня довезли до зоны вторым этапом, все такое прочее. То есть за 2 года мне дали 2, 18,5 лет. Я прошел уже этот весь путь, как бы хапанул. Коммунары, коммуканары, бляхин-зимухин. А может мне совсем тормознуться тут, а? В общепите ТТ до конца срока. Рай ведь неземной, все включено. Так и сидеть, я согласен, согласен, да-с. Владимирский Централ, это четверть мира. Кита помаштри, Владимира Ра. То есть, поэтому... А при этом ведь тоже, до этого тоже что-то было. Я бомжевал, там жил год на Казанском вокзале, например, в 9-м зале ожидания. Казанская, под ними, под
ветераны отделения милиции 6-9, тогда что при вокзале, он до сих пор меня отлично помнит. А мемориальная доска там будет когда-нибудь? Я тебе заверяю. Здесь жил, творил и натворил. Литературному негру Вианору Меритукову надоело быть писателем-призраком коммунизма. В конце концов, лучшие романы тысячелетия «Чапаев и густота», «Чущин в Тухлес» и «Гастор Баттер» были написаны именно Меритуковым, а слава, деньги и капсулы, понимаешь, в космос, доставались наглым самозванцам с мутными связями на Дубянке. На созданном гвардейцами сайте в режиме реального времени вырастали, жили, сношались и умирали писатели. Много хороших, кстати, писателей. Даже тщеславный Меритуков это признавал. Но его коробило, что писатели в основном были карманные, прикормленные Володинами. Рождение и смерть писателей происходило, как у Джонатана Свифта. Литпром сделан для того, чтобы русские поэты и писатели становились поэтами и писателями. Когда у него на рабочем столе поселились лилипуты, и то ломали ноги о крошку хлеба, то тонули в стакане недопитого чая, чтобы писателям не мешали защищать духовность и не загораживали солнце, чтобы у писателей был весь мир, а не рабочий стол, гастарбатера Меритуков решил приступить к планированию гала-концерта «Coming Out» Вианора Меритукова. Эти авторы, если они вдруг, что называется, разовьются на сайте русской литературы и станут известными, они абсолютно. Если, а когда? Когда? Так. Когда станут, они не заплатят никаких комиссионных сайта русской литературы. Нет, конечно, нам не надо. То есть, смотри, какая история. Минуточку, вот я здесь зацеплюсь. Да. Нам это кому? Потому что до этого это воспринимался как сольный проект Эдуарда Багирова. Сольный проект Эдуарда Багирова воспринимается только потому, что Эдуард Багиров единственный из медийных, единственная медийная фигура из нашей старой крепкой команды. Понятно. Пусть страна знает своих литературных негров в лицо. По плану это следовало сделать вместе наибольшего оскопления прессы в ночном клубе «Балдай» сразу после послания монарха. Разумеется, о его мечте стало известно и мушкетерам Володиным. Дальнейшее нам известно из твиттер-аккаунта Вианора Меритукова. Били якобы по очереди и не постеснялись даже наряда ОМОНа, который дежурил неподалеку. Они били... Сначала писатели схватили Вианора за руки, попытались швырнуть об стену, а когда это сделать не получилось, начали бить. По словам Меритукова, проходившие поблизости сотрудники РУБОПа сперва остановили драку, но Ментаев с Баттером показали им царевы корки, и полицейские удалились. Вскоре Ментаев и Гастар Баттер перестали его бить, сказав напоследок, что в следующий раз будут бить до смерти. Меритуков уточнил, что после драки у него осталось несколько синяков, которые он поедет фиксировать в больницу, а затем направится писать заявление об избиении в полицию. Заявление было написано по трехактному драматическому принципу. Позвонили, представились Интерфаксом, попросили приехать на интервью и начали пиздить. Ты хочешь спросить меня, не вел ли я когда-нибудь себя как гондон? Вел, конечно. И не раз. Так. Ну да, и всячески. Это нормально абсолютно. Я же писатель, я же не менеджер. Микробы, да, которые вселяются в человеческий мозг и внушают, ты один прав, и люди ни о чем не могут договориться. Но есть среди этих людей переболевшие, которые переболели, уцелели, и на этом будут спасать человечество. Иди поищи сейчас литературного менеджмента такого уровня, как, допустим, я. Я 20 лет этим занимаюсь. И эти парни мне верят, они со мной уже хрен знает, поскольку лет, как куда, и они готовы идти за мной куда угодно, потому что они знают про меня все. Гардемарины Ментаев и Гастар Р. Баттер предотвратили государственный переворот в России. Узурпатором должен был стать вещий Олег Галактионович Дереписько. В Ротшильды мирового финансового закулисья полюбили Дереписько за выходки с фьючерсами на алюминиевые огурцы. Кандидатуру Олега Галактионовича поддержали и быки, и торговый дом медведей. Разворовать сокровища российского гохрана при узурпаторе Дереписке не составило бы особого труда. История русской приватизации, провернутой нерусским духом, укладывается в смысл названия компании Дереписки. ООО «Инвестиционно-погребальная контора». Своему воспитанию Дереписко обязан главным образом матери, которая скептически относилась к институтам церкви и налоговой полиции, но верила в духов мавзолея и сумела привить эту веру маленькому Олежику.
во время службы в армии Дериписька уснул рядом с двигательным блоком ракеты стратегического назначения и хватанул такую дозу радиации, что у покойного Литвиненко волосы бы встали дыбом. Олег Дериписька пережил клиническую смерть, обрел вечность и прошел инициацию в орден Малинового Мамона и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Позже Дериписька стал во главе Билибердинского клуба, в который входили все олигархи неба и земли, заключившие договор с детской промежностью в сатанинских ритуалах Бера Ильича Забарского. В роковой день Дериписька повторял перед зеркалом новый спич, готовясь блеснуть эрудицией на радио «Ухо Москвы». А олигархия и плутократия уже вовсю слеталась на очередной шабаш в город Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийск – это, сами знаете, что-то вроде русского «Баден-Бадена». По официальным источникам в Пентагоне, массовое убиение олигархов было произведено по приказу кадрового офицера ФСБ шевалье Гастор Баттера. В Ханты-Мансийск прибудут двое крепких белых мужчин, не старше 45, Минтаев и Гастор Баттер. Крепкие туристы остановятся в шикарных ханты-мансийских отелях. Проклятые рудники и неземная саркома. 18 декабря сенатор Маккейн, известный укрблогер Панайот Глотов и олигархия прибудут в международный терминал Югра-Ойнанай, где произойдет следующее. Взлетную полосу перегородит геленваген писателя Минтаева и трактор с платформой. Тут и начнется стрельба. Спецгруппа Кремлина одним из первых убьет Олега Дерипиську. Двумя часами позже с территории баптистской миссии для глухонемых чукчей резистенция ОМА в Якутии объявят о предотвращении государственного переворота. Я, как один из лучших авторов АСТ, один из самых востребованных, один из самых дорогих, отлично знаю, о чем говорю. Сейчас ведь светлорихие говорят, что в принципе наступает пора жесточайшей цензуры, которая будет круче, чем там при Сталине. Особенно волновал Мелитукова факт, что еще до революции, работая в мануфактуре Славы Морозова, Збарский тайно пестовал молодого Бориса Пастернака. Зная о способностях гуру, Вианор замолился. «Учитель, научи написать роман класса доктора Живаго». «Аминь», — сказал Бер Ильич Збарский. «Ты хочешь писать, как настоящий Живаго? Хочешь, чтоб тебя вышвырнули и из писатель-югент, и со всех сайтов с формулировкой? Не осилил даже по диагонали, или да хуя букв не читал, но осуждаю». Ты понимаешь, за эти 20 лет я понял, что мне как бы в стране один остался человек, это я. «No shit», — пробормотал заклинание Бер Ильич. «Ты сам выбрал свой крест, сын мой. Вставай в позу ботокса и конспектируй». В 1944 году, когда мусора начали копать по делюге врачей и убийц, меня приняли. Хотя я, надо признать, скорее воскрешал людей, чем вбывав. Так или иначе, но в пограничном состоянии, в застенках Дубянки, я сделал прорыв и победил смерть. Потом Сталин двинул Конева, и я откинулся. Требовалось замариновать самого вождя. Отпала необходимость в евреях, немецких шпионах. Заказы на мой патентованный маринад так и посыпались. Георгий Дмитров, болгарский вождь, он даже просил начать бальзамирование еще при жизни. Истинную тайну открыл я, бальзамируя монгольского Чойбулсана. Чойбулсан родился в Хошуне Ачитувана Сацанханского аймака во внешней Монголии, третьим из сыновей Аратки Хорло. Отец доподлинно неизвестен, однако считается, что им был некий Даур Кжамц. Как незаконно рожденный Чойбулсан вместо отчества стал известен по матрониму Хорологин. Жень, мне насрать на Google центр. Угу. Мне насрать на Серебрякова, насрать на его проблемы. Я только вижу, что чувак, который там был, имел отношение к бюджетным деньгам, в какой-то момент его схватили за жопу, и это оказалось самым слабым его местом. Сайты, создавшие во время ельцинской оттепели новый русский язык и литературу, превратились в очаги омерзения. Случайно встретили его, дали две пощечины. Наполнились пропагандонами и эго-пустышками в разных степенях вздутия. Хоррор логин Чойбулсан Вианора Мелитукова укладывал эти сайты один за другим, очищая и возвращая людей к реальной жизни. Именно Вианор Мелитуков снова научил человеков радоваться простым сердечным словам и не искать между букв стволовые клетки бесовской пропаганды неолиберазов.
Именно Вианор Меритуков и его Харалалгин стали на страже духовности в межгалактической сети интернет. Какое дело? Я один из самых, в свое время, там, 10 лет назад, активных интернет-пользователей со своей позицией налетал столько на вот эту вот анонимную, так сказать, критику. После скандального инцидента, ставшего достоянием Твиттера, Платон Ходорковский превратил свою яхту в настоящую крепость, куда допускались лишь особо преданные ему люди. Среди них оказалась дочь маршала Берлусконева Сильвия и модные литераторы господин Минтаев и Гастор Баттер. Юденьке, жене Платона Ходорковского, показалось странным, что Минтаев приехал без предупреждения, однако гостю из вежливости разрешили остаться на ланч. Отказавшись от приглашения, Минтаев попросил Ходорковского просмотреть статью о злоупотреблениях меню в карцерах, перцерах, ШИЗО, бурах, ЕПКТ и ВГТРК некоторых колоний, где томятся узники совести. Обнявшись, мужчины прошли в кабинет. Мы потребовали извинения от него. Но он потом еще недели-две, наверное, всячески глумился, что-то за сатисфакцией люди не спешат подъезжать. А учитывая, что он жил в Питере. Да, учитывая, что он жил в Питере. Но он приехал в Москву, мы случайно встретились. Дали две пощечины. Едва Ходорковский углубился в чтение, Гастор Баттер извлек из-под плаща ледоруб и грубо всадил его в затылок жертвы. Посчитав удар недостаточно надежным, убийца размахнулся ледорубом еще раз, но чудом сохранивший сознание Ходорковский схватил его за руку, заставил его выронить смертельное оружие. Впадаешь в полную прострацию вообще, какой-то хрен где-то, черт где, написал такое про тебя. Да всерьез, серьезный тяпка, еще фотографии принесет. Например, мне, например, писали, что я сидел за изнасилование малолетних, сотрудничал с лагерной администрацией, являюсь каким-то единороссом, там еще правительственные награды какие-то имели. Короче, на полном серьезе это все писалось. А это дичь какая-то дикая совершенно. Да, сначала мне было смешно. Вианор Меритуков был убит из пистолета в 23:31 по московскому времени 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, когда с подругой удмуртской модели Дурой Анюской прогуливался после ужина в сторону дома на Малой Ордынке. По версии следствия, за Меритуковым велась слежка, и злоумышленники знали до последней детали его маршрута. Убийцы произвели несколько выстрелов в спину Вианора, после чего скрылись на подъехавшем легковом автомобиле белого цвета. От полученных ранений Вианор скончался на месте. Преступники скрылись на автомобиле, и был объявлен план перехват. Газета «Клон» с ссылкой на экспертную оценку из собственных источников правоохранительных органов. Писатель и телеведущий Сергей Минаев оказался в центре скандала. Несмотря на громкую реакцию международных писательских организаций, убийцы Меритукова так и не были найдены. С целью закрытия следствия исполнителем была названа банда Анзора Завгарова и его шурина Абубакара Прибабахова. Блин, это не про меня, это какой-то мудило высосал из пальца, в лучшем случае. Ну вот есть вот то точка совпадения с тем же Дмитрием Львовичем Быковым, который выступает против анонимности в интернете. Я с ним в этом случае согласен абсолютно полностью, потому что анонимность предполагает какую-то махновщину и безнаказанность. Им дали, значит, письменные принадлежности и разрешили писать что угодно. И один наивный, поверив этому, успел написать два очерка. «Мои бутырские встречи» и что-то там о причине своего ареста. Вот эти очерки. Сейчас интернет. Это самое обычное общественное пространство, вроде Красной площади. Теперь там нельзя просто так взять и насрать. Теперь за это выебут. По беспределу загнут сейчас, изнасилуют и пиши пропало. А еще стало жаль маму. Прости, мама. Конечная, приехали. Просьба не прислоняться. Пидоргом стал твой сын. Сопясь с каким-то звериным рыком, бандиты по очереди вошли в него сзади. Ты что ли новый баландер? Медленно, по-царски спросил положенец, чуть растягивая слова на манер Саши Белого. То есть, если сейчас он пойдет к издателю, он не заработает ничего ровно, ни копейки. Им в лучшем случае жопу вытрут. Слово «жопа» можно говорить в эфире? Вот, а вытрут. Даже «а» можно говорить. Сейчас у нас на этом сайте, повторяю, первое, что как бы после прочтения текста, кто зашел, то, допустим, ко мне на сайт. Русской литературы. Прочел текст какой-то, тебе он понравился. Прям, а если зацепил, прям как следует, у тебя прям сразу форма. Дать денег, занести денег автору. Ты берешь и делаешь это на эмоциях. Да? Это, это честно. Да, это честно. Ты получил эмоцию, в этот же ровный момент ты отблагодарил за нее.
если у тебя есть такая возможность. Ну да, вот. Как кинул денег музыканту. Вроде того. До, сейчас до вот этого. Да, я же мы переделаем правила, мы перепишем правила. Там будет опция краудфандинга. Так это и есть. То есть это, ну, это не в чистом виде краудфандинг. Потому что краудфандинг подразумевает какие-то ништяки человеку, который дотацию делает. Краудфандинг для моего сайта не нужен. Я сам краудфандинг. Надпись «Пью только свое» на стене. Горнолыжный Сочи за окном то ли дома, то ли винокурни. Опробовав 4 года назад бизнес-модель на любителях бобслея и керлинга, в этом малый предприниматель Эдуард Багиров нагнал по своему фирменному рецепту и партию для фанатов футбола. В среднем в месяц Эдуард производит до 100 литров самогона. Много на таких объемах не заработаешь. God on my wrist, я юморист, пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Не по самолетам, а цензура для артиста.